нашем городе 11 часов и 7 минут. Это программа «Дневной разворот». Начинается в строго отведенное для нее время. Как обычно, 2 часа она будет продолжаться. И вас приветствуют ведущие Николай Голиков и Владимир Сметанин. 12 декабря, а сегодня, между прочим, 25-летие Российской Конституции. Ровно год назад, в этот день, если не ошибаюсь, мы, Николай, с вами сидели и прям статьи зачитывали. Было, Конституции. Было, да, читали статью за статьей. Да. Просвещались. И, кстати, я, судя по отзывам наших слушателей, для многих это было что-то новое. Что-то новое? Да, что-то новое. То есть редко стал народ в этот документ заглядывать. Да, 12 декабря 93-го года. Меня вчера супруга спросила, ну и что с того, что сегодня день Конституции? Я ей говорю, ну как же, Татьяна, ну я же историк, я же к этому с таким пиететом отношусь, ведь это такой важный момент в истории нашего государства, принятие самой демократичной, ну, одной из самых демократичных, да, на планете вообще Конституции, ну, как специалисты об этом говорят и до сих пор говорят. Только... Самая демократичная была та, которую отмечали 5 декабря еще, это была самая демократичная в мире Конституция Советского Союза, потом 7 октября стал праздник, она была практически та же самая, только там добавилась единая многонациональная общность, советский народ и понятие развитого социализма, а потом просто, вот уже следующее. Просто вот парадокс сейчас, да. Но все наши Конституции одни из лучших в мире. Просто парадокс. Вот Конституция — это основной закон-то государства. Один из лучших. А что, живем-то мы-то так хреново, извините. Парадокс. Пауза. Пауза. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Ладно, во втором части «Дневного разворота» мы будем говорить о том, что в нашем городе уже завтра он стартует. Это фестиваль социальных спектаклей. Будет проходить 13 и 14 декабря в Кировском областном дворце молодежи. С 13 часов слушайте программу «Особое мнение». Гость сегодня программы — Владимир Костин, вице-спикер областного законодательного собрания. Мы в первом части приветствуем гостя, который неоднократно уже у нас был здесь. Вот очередной повод появился для того, чтобы поговорить о очень насущном, об очень насущной теме. Константин Пересторонин, общественный инспектор экологического контроля, житель поселка Костина. Константин, добрый день. Добрый день, коллеги. Ну, будем мы сейчас говорить о том, о чем регулярно мы в последнее время очень активно обсуждается, да. Тема очень насущная. Это как раз вот мусорная реформа, так называемая, и вот такие неожиданные аспекты, которые возникают, то и дело, по мере, так сказать, приближения рокового числа 1 января 2019 года. Ну вот буквально новости, да, которые накануне вышли. У нас утвержден тариф за кубометр в областном центре. Сейчас дело встало за тем, чтобы понять, сколько люди конкретно будут платить. Вот ждем этой информации, еще не ясно, с человеком мы будем, с квадратного метра платить. Это самый пока главный вопрос, который есть. Но, говорю, при этом возникает очень много других аспектов, когда говоришь вот с людьми, с некоторыми, да, и у застройщиков свои проблемы возникают, и у людей, жителей. В данном случае вот совершенно неожиданная вещь, вот, связанная, кстати, ты говоришь, поселок. Это город Киров. Октябрьский район областного центра, да. Безусловно, да. То есть это, в общем-то, проблема города Кирова. Человек, квадратный метр, это многоквартирные дома, да, в первую очередь мы подразумеваем. Ну, так, город, это городская такая территория. А Костина, да, это большая часть нашего частного сектора, так называемого. И там тоже очень интересная ситуация. Там, кстати, тоже много многоквартирных домов, не забывай. Да. Ну, там тоже очень интересная ситуация складывается. Вот сейчас мы эту историю обрисуем. Там тоже парадокс. Прививали на протяжении долгих лет вроде как одни правила пользования, обращения, да? А сейчас резко все развернулось, и говорят совершенно о другом в преддверии вот этой мусорной реформы. Ладно, Константин, давайте вам уже слово. Что там у вас такое происходит, и почему недовольство люди выражают грядущей этой мусорной реформой, так называемой? Благодарю за очередное приглашение. Сегодня достаточно такой значимый день, 25 лет Российской Конституции. Ну и раз уж заговорили вначале про нее, то последние 2 года достаточно часто почитываю 42-ю статью Конституции. Напомните, о чем там идет речь? Регламентирует право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Выдвигаясь сюда в студию, улавливал нотки свалочного газа. Есть такая проблематика последние 2 года. Костина горит? Да. Нет, не Костина. Полигон, а что? То есть, да, полигон, процесс идет разложение. И при южном юго-восточном ветре накрывает поселок Костина. Ага, ну, расстояние... дальше на Кирову дальше, по идее, нет, должны. Нет, как раз наоборот. Юго-восток. Юг у нас, простите, да. Там, да. Вот, южный, юго-восточный и восточный ветра. Вот 1,5 километра расстояния. И
достаточно сильно. Жители Костина на себе, собственно, все это чувствуют. Дышим. Вот. Роспотребнадзор особо сильно не реагирует на это. САХ ранее мониторил ситуацию. Как таковых нарушений не выявляют. Каким образом мониторил? Замерялись какие-то предельные концентрации? Да, предельные концентрации. Сразу детализирую слегка. Максимально разовые ПДК замеряются. Существует еще среднесуточные. В силу того, что жители дышат 24 часа в сутки, а не один раз. Не прекращали раз в день, да. Да. Ну и среднесуточные ПДК, они более жесткие, как правило, показывают превышение по аммиаку, сероводороду и формальдегиду. Это продукты разложения как раз, да? Отходы. Да. Угу. Вот. Ну, такое вот небольшое отступление. К дню Конституции. Да, да. Хотелось бы, чтобы эта статья 42 работала и остальные статьи в Конституции. Мне очень нравится в Конституции про недра, которые являются собственностью многонационального народа России. России, да. Да. Тоже замечание корректное. Да. Вот. Ну, расскажу о насущной проблеме. Проживая в частном секторе, с 2015 года достаточно усердно пытался агитировать жителей коттеджей перейти на обслуживание по индивидуальным контейнерам при вывозке твердых коммунальных отходов. Что это значит? Поясните, Константин, кто? Впервые, как это выглядит? Да. То есть, да. Но мы все стремимся к европейскому уровню жизни. То есть... отдельный дом, отдельный в этом смысле, пластиковый контейнер объемом 120, 240, 370 литров устанавливаться где-то в уголочке дома, в теневой части, чтобы воздействие солнечных лучей не было. И осуществляется вывозка еженедельно, там раз в две недели, раз в месяц. Вот, как пожелаете. Угу. Вот. А с 2015 года заключили договор с КДО-3, обслуживаемся, проживаем вдвоем с мамой, 240 литров контейнер, раз в месяц 25 числа вывозится. То есть практически за месяц мы вдвоем не наполняем эти 240 литров. Какова оплата, Константин, за это удобство? Последняя цифра порядка 80 рублей. 80 рублей это в месяц, да? Да. В месяц? Да. То есть они, получается, приезжают раз в месяц как раз? 25 числа приезжают. А физически как вы выкатываете его сами? Выкатываю, да. Ну, пенсионерам там подсобляют. Угу. Потому что... Для среднестатистического жителя это вполне приемлемая сумма. Да, очень, очень, очень даже приемлемая. Очень удобно. Минимум запаха в летнее время. Вот, то есть контейнер легко промывается, как мы это делали в советское время, когда ведра выносили. И полное моральное удовлетворение от того, что ты не куда-то выбрасываешь, а вот в контейнер складываешь и все, поступаешь как цивилизованный человек. Да, при применении такого контейнера достаточно легко внедрять элементы раздельного сбора. То есть органику мы компостируем, скармливаем животным. Вот, вся вторичка, там порядка 5-7 позиций, выдергивается, складируется в гараже. По мере накопления она отвозится на базу. Пластик, тюбики все-таки. Стекло, пластик, алюминиевая, жестяная банка, пленка, различные виды, пластиковые ящики. Вот что на сегодняшний день востребовано и перерабатывается у нас. Вот. Также с 2015 года воевал с местной властью о том, что не исполняются правила внешнего благоустройства, и рядом с домом стоит контейнер. Ну, сложно даже сказать, что общая контейнерная площадка, потому что она не соответствует этим. На бумагах-то она общая? Общая на бумагах, да, отсутствует твердое покрытие, ограждение. Просто на земле стоит, да? Просто на земле, да. И расстояние, самое главное расстояние. Почему я этот вопрос стал поднимать? Расстояние не 20 метров, а 16 до дома. Mm-hmm. Но и в летнее время достаточно так неприятно это здесь присутствовать, когда там в 6-9 метрах у тебя вишня растет, яблоки, мухи летают, садятся. Вот. А на какое количество он рассчитан был? Данная площадка вообще изначально там стоял один контейнер большой, потом с улицы Парковой убрали контейнер, стали сюда носить. В общем, с одного до трех. С одного до трех?
контейнеров увеличилось. Вот. Жители близлежащих домов, они все, собственно, сюда складировали. Улица Парковая, улица Юбилейная, на которой я проживаю, улица Сиреневая, и плюс в этом году еще добавили улицу Николаевскую. Они отдельно, у них там свой кооператив застройщиков, живут за забором. Есть по проекту площадка под место под площадку. Угу. Вот. Но часть граждан заключили договора с управляющей компанией снова и носят ко мне в дом. Угу. Вот. Меня это очень сильно не устраивает, и в числе недовольных я один. То есть обращался в прокуратуру, прокуратура вынесла представление. Вот. А также, администрации? Да, устранить, но, в общем, опять же, очередные отписки. Это когда было? Это было с весны по лето. Вот. Этого есть, года, да? 2018. Да. Сейчас вот выжидательную позицию занял. То есть в планах выходить с судебным иском в адрес администрации по неисполнению правил внешнего благоустройства. Но есть информация, что проведена инвентаризация контейнерных площадок на сегодняшний день. То есть вот хотел бы ознакомиться, где будет эта самая площадка. Вот. Пока для вас информация это не ясна. Не ясна, да. Она в открытом доступе, скорее всего, с 1 января 2019 года будет. Вот. У нас подошло время небольшой паузы. Да, я прошу прощения, по регламенту нам надо прерваться, скоро продолжим. Так, ну что, продолжаем разговор о такой интересном, о таком интересном аспекте мусорной реформы, с которым столкнулись жители поселка Костино. Мы начали вот как раз говорить про индивидуальные... Да. Контейнеры, да, для коммунальных отходов, которые, я как понял, что установили некоторые жители этого поселка, да? Совершенно верно. Ну, договоренности с КДУ-3, да? Да. Но я могу предположить, хоть говорим мы сегодня про Костино, но проблема может быть типичная вообще для частного сектора, для сельских территорий, я понимаю. Да, да? Ведь не только наверняка это в Костино, Садаковском, наверняка тоже самое. Внесу ясность, да. Практически весь частный сектор Садаковского переведен на индивидуальные контейнеры. Направление в сторону Слободского, Пантелеева деревня. Mm-hmm. Именно там я впервые увидел у частного дома индивидуальный контейнер. Mm-hmm. Записал телефон, связался с КДУ, заключил договора, начал продвигать эту тему у себя в коттедже. Афганина как? Старая Костина часть тоже переведена. Сосновый. В Ганино тоже есть такие контейнеры. То есть очень большие поселки такие. Да, достаточно удобно. Вот, но, к сожалению, у нас в коттеджном поселке эта тема слабо двигалась. Порядка, наверное, 7-9 индивидуальных контейнеров на 60 домов на сегодняшний день. То есть за это время довелось выслушать все возможные отзывы, что будет там пахнуть, что машины будут со свалки ездить, колеса грязные, как мы его будем выкатывать, зимой снег, тыры-пыры. В общем, к сожалению... А ваши аргументы? Вы как убеждали? Я приводил в пример семью Шевелевых, два пенсионера, они проживают на улице Парковой, у них в 2015 году убрали контейнер общий, они не стали шуметь, никуда писать, они позвонили в КДУ-3, как раз в тот момент были в наличии индивидуальный контейнер, установили себе этот контейнер во дворе. Он дорогой? 80 рублей? Нет, на тот момент индивидуальные контейнеры предоставлялись в аренду либо в лизинг. Угу. А где-то года с 16-го, 17-го, часть 18-го их уже без рассрочки, ранее присутствовала рассрочка по оплате, их уже предоставляли за деньги КДУ-3. Как дорого? 240 литров 3,5 тысячи рублей, 120 литров 2,5 тысячи. Нет, цена. Вы покупаете, он ваш в собственности, и пользуетесь. Вот. А что, прям вот нужен только этот контейнер? Старая емкость какая-то не подойдет? Нет, он... Может, старая бочка дизайн его подходит как раз там, ручки, колесики подкатываешь к машине. Они же должны его каким-то образом забирать, загружать. Опрокидываться и ставиться обратно. Вот. КДУ-3 также приобрели небольшую машинку Isuzu специально вот под небольшой объем для того, чтобы собирать мусор в частном секторе. То есть, чтобы скани большие, чтобы не ездили, дороги не мяли. Вот, очень все налажено. Ну и вот в связи с тем, что грядет реформа,
КДУ-3 расторгает договора в конце месяца, 25 числа декабря. Этого года они осуществляют последнюю вывозку. И, связавшись с ними, они предлагают, так как у нас он в аренде был, они предлагают нам выкупить по остаточной стоимости 1600. Я его, конечно же, приобретаю, потому что верю, надеюсь, что все же дальше будем стремиться. То есть и дальше будет возможность индивидуального вывоза, индивидуальных договоров. Да. Но пока получается так, что договор-то они будут расторгать. Договор они будут расторгать. Вот, со стороны Куприта, ну, в силу... Рекоператор, напомним, да. В силу того, что там специалисты не все уведомлены, изначально была информация, что как продолжали, так и будем продолжать. В то же время КДУ-3 на сегодняшний день, они будут перевозчиком твердых коммунальных отходов по Октябрьскому району. Угу. Они сказали, что Куприт нам оплачивает за эту услугу при вывозке только с общих контейнерных площадок. Получается, ситуация такая. То, что строили порядка там 3-5 лет, на сегодняшний день благополучно ломается. И возвращаемся обратно к общим контейнерным площадкам. Угу. Причем строить и разговаривать о них... Ну, строить еще никто не начинал, не приступал. Сейчас зима, кто же их начнет? Да. А разговаривать почему-то стали о них зимой, хотя этим надо было летом заниматься. Вот. Ну, твердое покрытие, ограждение и расстояние соблюсти достаточно сложно в зимнее время. Ну, насчет твердого покрытия совершенно точно. Вот. Ну, и все, в принципе, знают на слуху и на виду, что такое общие контейнерные площадки. То есть, эта тематика с экранов местных телеканалов не сходила последние полгода. Ну, в интернете огромное количество, да. Фото, то видео. Элемент автономности просматривается, когда при своем доме индивидуальный контейнер, соответственно, ты следишь. За себя скажу, за свою маму. То есть мы с 2005 года проживаем в своем доме. Даже я бы сказал, что раньше, чем с 2005 года, мы осуществляем уборку муниципальной территории, на которой же размещена вот эта контейнерная площадка. По собственной инициативе, полностью добровольно. Потому что перед этим занимаетесь. Перед носом у дома это все разлетается. Вот часть соседей позицию такую занимает, что переполнен контейнер, ладно, сверху кину, положу на низ, там брошу, уйду, собаки разорвут, там птицы расклюют, да. А кто-то будет убирать, там дядя Вова, Путин, но не я, только не я. Вот. А то, что у Кости тут рядом, ну, вроде как не повезло. Вот. Вот такая ситуация. Ну, позиция достаточно распространенная, да. К сожалению, вот непонятно само управленческое решение. То есть приходит региональный оператор, выстраивается территориальная схема. Простой совет. Посмотрите, как что работало все эти годы. Зачем ломать то, что уже создано. И получается, что вот это все ломается, и мы заново начинаем изобретать велосипед. Здесь еще у меня какой вопрос интересует. Получается так, что люди последние там уже 3 года это продолжается процесс перехода на частный бизнес. Да. 15-го года. Достаточно плотно. Кто-то взял в аренду, кто-то купил. Да. То есть, будучи уверен, что именно такой способ сбора мусора будет продолжаться, да? То есть, извините, 2500 – это деньги. Да. По-любому. Да. А сейчас он с этим вот предметом… Остается. Он становится совершенно ненужным, да? Хочешь на санках таскай, хочешь на собственной машине вези, да? На самом деле… Немножко тоже как-то, по-моему, очень неправильно получается. Да. На самом деле вариантов применения контейнера… Тем более, вы же говорите, что там и пенсионеры, два пенсионера купили от контейнера сейчас. Куда его? Понятно, можно под что-то… Давайте попробуем с точки зрения подрядчика, да, который вывозит. Раз ему не оплачивают, да, об этом было сказано, что только с общих контейнеров будет вывозиться. Понятно, он не будет так работать, да, ему коммерчески это абсолютно невыгодно. Но с другой стороны, ведь со стороны людей-то есть запрос на индивидуальные контейнеры. Вы же не отказываетесь платить. Мы не отказываемся. Вы согласны платить дальше, но почему бы не предусмотреть именно такие условия взаимодействия? В том-то и дело, да. Индивидуальные контейнеры, пожалуйста, мы и дальше будем платить. Есть информация из собственных источников, что
перспективе возможно обслуживание индивидуальных контейнеров, но в рамках отдельного договора с КДУ-3. То есть мы платим, как все жители города, тариф порядка там 140 рублей ежемесячный, плюс отдельно заключаем договор на обслуживание индивидуального контейнера. Это же перебор. Лоббировать чьи-то интересы. Да. Но смотрите, еще ситуация какая. То есть не хочу обвинять администрацию либо КУПРИД, но просматриваться какой-то сговор своего рода. Объясните. Цифра владельцев индивидуальных контейнеров на сегодняшний день мне неизвестна, но я предполагаю, что она существенна. И вообще хотелось бы видеть будущее любого частного сектора за индивидуальными контейнерами. Вот. Многие граждане приобрели эти контейнеры в начале 2018 года. То есть попользовались 12 месяцев, им говорят, все, обслуживаться не будем. Заплатили 2,5-3,5 тысячи. Сейчас он у них вроде как будет стоять там в хозяйстве, где-то, может, и будут пользоваться им на саночках, катать или еще что-то, вывозить на машине. Вот. Получается, внедряя вот эти все элементы новой реформы, администрация поспособствовала обогащению КДУ-3, то есть при продаже контейнера. Граждане, КДУ-3 эти контейнеры продал, да, получила за них деньги. Граждане, понимаю, о чем приобретая контейнеры, они все равно же хотели, верили, надеялись, что да, мы сейчас... Что там, это всерьез и надолго. Да. Несколько лет будем мы пользоваться. А здесь раз такая ситуация. Вот. Далее другой момент просматривается. Ну, всем, наверное, известно, что есть некая аффилированность между КДУ-3 и ООО «Центральный полигон». То есть «Центральный полигон» – это новый полигон в Осинцах, который на сегодняшний день в подмороженном, подвешенном состоянии. Нет, ну правительство-то заявляет, что он будет работать с 1 января. Видишь, правительство заявляет, но судебное решение устоит, будет довольно-таки сложно. Это уже будет называться нарушение закона. Что-то мне в это сложно верится, потому что осталось всего ничего до 1 января. Ну, 3 недели. Вот. Ой, меньше даже. Да. Ну и вот такая ситуация, что изначально, скорее всего, что какой-то тут сговор усматривался, то, что частный сектор мы на отдельный договор выведем. Кто сговор уже занимается? ФАС? Все. Да. Все прокуратуры. Прокуратура. Вот. Поэтому здесь очень много вопросов вообще по дальнейшему. Ну и смотрите, еще какой момент хотелось бы отметить. Давайте после рекламы уже. Хорошо. Да. Быстро бежит время. Константин Пересторонин, наш собеседник, общественный инспектор экологического контроля, житель поселка Костина. Говорим вот об изменении этих правил игры. Индивидуальные контейнеры так пропагандировались, да, последние годы, а тут с мусорной реформой говорят людям, нет, давайте на общие площадки снова переходить. Продолжим через 1.5 минуты. Жителей частных домов в пригородах Кирова принуждают отказаться от индивидуальных контейнеров. То есть попробовали жители наших частных домов пожить, как в Европе. Да, им говорят, нет, ребята, возвращаемся обратно в Азию. Будем строить большие общие контейнерные площадки. И будете снова отгонять мух от своих огородов. Вот возвращаясь к Конституции, о которой мы говорили, да. Что там говорится в основном законе нашего государства, что должны учитываться интересы каждого человека, да, что личность, индивидуум, на этом делается ставка. Нет, ну мне здесь вот, кстати, вот понравилось. У нашего гостя, я просто напомню, что у нас в гостях Константин Пересторонин, общественный инспектор экологического контроля, житель поселка Костина. Очень хорошая мысль была, что вот такой способ сбора через индивидуальные контейнеры очень удобен для сортировки именно отходов, а к чему нас призывают уже не первый год. Ну, в том-то и дело, что только призывают. Да. Так призывают. Так вот здесь вот как раз один из способов решения этого вопроса. Да, то есть очень удобно, особенно в частном секторе. Они могут перейти, вот буквально, вот все, они уже перешли, поставили частный свой индивидуальный контейнер, и фактически они уже могут производить раздельный сбор.
мусора, да? А нет, говорят ребята, вот давайте вот общий контейнер, или также поставят три разноцветных, да, а кидать будут все. А, кстати, да, где должно быть это прописано-то? Возможность и индивидуального сбора, и коллективного. Это рексхема должна предусматривать? Территориальная схема. По идее, да, там должно быть. Там есть это вообще? Просто я сейчас не готов далеко сказать. Далеко не специалист. Но я об этом ничего не слышал, честно говоря. Вот за все это время, пока эти разговоры идут, я не слышал, чтобы был предусмотрен такой вариант. По-моему, везде, по всем районам проводят именно вот инвентаризацию и определяют места. Но с точки зрения властей это, наверное, удобнее. Да? Вот поставить один, и там люди с него в него сносят. Ну, а как же, да, забота так, собственно об экологии, говоря, это вообще-то делается не для властей, а для людей делается. Нет, я имею в виду, как механизм должен работать. Властям это более понятно. Вот мы поставили, вот, пожалуйста, несите туда. Власти, как таковые, в эту игру не играют. Играет оператор региональный, играют жители. Нет, я к тому, что властям там во многих случаях удобней с массой общаться, да, как это у них принято, а не с каждым по отдельности. Так здесь... Вот. Ну, ладно. Оставим власти в покое. Они просто, на самом деле, здесь никак не участвуют в этом процессе. Чего оставим в покое? Ну, активнее надо себя вести, на самом деле, в освещении этих вопросов. Вы что, не согласны со мной? Константин, да. Вот все-таки еще вопрос такой. Вот как вы думаете, возможно ли вот в данной схеме, которая сейчас вот утверждена, да, все-таки вот этот вопрос насчет индивидуальных контейнеров поднять и каким-то образом вернуть? То есть к кому-то обратиться, как-то это все закрепить, я не знаю. То есть какие-то действия предпринять, как вы думаете? Все же хотелось бы верить, да, что здравый смысл восторжествует. Хотел бы еще такой момент отметить. Чисто управленческое решение. Куприт, региональный оператор, последний буквально месяц, а может быть и больше, был озадачен таким вопросом в силу того, что на сегодняшний день порядка, наверное, 20 тысяч цифра есть, а не хватает контейнеров для этих самых общих контейнерных площадок. Был вопрос, где это взять. Это по области, по региону, наверное. По городу, по региону, да, общая цифра. Мне кажется, да, по региону. Вот. А где взять деньги? Вопрос вроде как решили, что люди заплатят. Граждане начнут платить в феврале, и денежки потихоньку пойдут. Вот. Но смотрите встречно. 20 тысяч, 19 800 цифра. А не хватает больших контейнеров. Плюс на сегодняшний день создана инфраструктура по индивидуальным контейнерам в частном секторе. Если мы эту цифру вычеркиваем, соответственно, у нас должна добавиться цифра 19 800. То есть затраты будут больше на покупку. Да, то логично, есть частный сектор мы тоже будем вынуждены перевести на общие контейнерные площадки. Вот. Зачем, спрашиваться, создавать проблему, когда все работало. Поэтому, скорее всего, что этот вопрос нужно и с КДУ-3 обсуждать, и с рекоператором. Скорее всего, что это будет также работать по отдельному договору. А у вас, вы говорили, Константин, только пока вот, ну, неофициальное, да, общение это, да, было. Просто да, кто-то, да, там что-то, да, сказал, да, что вот возможно будет, возможно не будет. А официально-то пытались обращаться на имя руководства, что-то писать, объяснить, разъяснить, мы хотим. Что... Ну, сами знаете, сроки ответов у нас минимум 30 дней, ну, да, накануне 1 января, да, то есть нецелесообразно куда-то сейчас что-то смысл, писать. Ответ получишь, когда уже вступит в силу. Да, да, поэтому вот приходится по своим каналам решать эти вопросы, обсуждать. Ведь по большому счету получается так, что если бы Куприт предусмотрел в договоре с КДУ возможность оплаты, то есть оплаты сбора мусора из индивидуальных контейнеров, то все бы проблемы просто не было. Да, да. То есть проблема-то ведь очень небольшая. На мой взгляд, это чисто технический момент. Просто да, момент, включить туда строчку, предусмотрели, да? И которые могут вполне предусмотреть включить даже строчку, сейчас. А также индивидуальные, да, контейнеры. Да? И расчет все там провести тоже несложно, потому что информация у КДУ точно есть, сколько она увозит, да, этих индивидуальных, да, контейнеров. То есть такая недоработка, мне кажется, чисто техническая, но вот их много получается, вот таких маленьких недоработок. Простое, неграмотное управленческое решение. Ну, потому что, видимо, все-таки в спешке все это делалось. Да, да, и да. Не до тонкостей уже было. Ну, в целом-то по поселку вы говорили уже неоднократно, что вы один-один, там мало кому это надо, но все-таки единомышленник-то есть, на кого можно опереться, посоветоваться с кем-то, и вот, кто разделяет ваши, собственно, взгляды на эти вещи. Единомышленники есть на сегодняшний день и по частному сектору, ну и по вопросу с закрытием,
полигона ТБЛО в Костино и с его последующей рекультивацией. Ну, планы уже эти озвучены, да? Да, планы озвучены, но, к сожалению, дышать там мы будем еще долго. Это еще длительный проект. Ну, давайте оставшиеся 4 минуты да, посвятим разговору. Как в целом тревожно относится к планам жителей Костина, дальнейшим планам по рекультивации свалки? В целом апатия, интереса как такового не вызывает. А у большей части населения смирились с этим. Ну и может быть в силу того, что не видят вообще результата какой-то борьбе. Угу. Хотя я сторонник другого направления. Объясните, есть... да, в чем вам видится суть? Суть? Ну, вопросов на сегодняшний день достаточно много. То есть позитивно то, что программа по рекультивации, она озвучена. Будем верить, ждать, надеяться, что к 2024 году какие-то движения будут. Напомните, что там в итоге-то должно быть? Ну, вообще там вариантов несколько предлагается. Засажено лесом. И лес есть вариант, и под сельхоз назначение есть вариант. Это как бы уже самая дальняя перспектива, но сейчас речь идет только о проекте пока еще. Да, сейчас только планы. Случай, проектно-изыскательские работы, потом написание работы. Проекта и запрос инвестиций. И всякий раз это будет экспертиза, это всякий раз будут общественные слушания, потом год, и пока это все произойдет, это, по-моему, в 2022 все-таки году сказали. А 23-му. Да? Финансирование 23-й год. А там еще надо в госпрограмму войти. Нацпроект экология, да, он с 19 по 24-й. И еще надо так, чтобы войти, и чтобы еще приняли туда. К 21-му году нужно всю документацию подготовить, отправить на согласование. То есть в случае положительного решения финансирования в 2023 году только будет. Еще может быть и не положительное. Да, почему? Да, может вполне. Регионов много, свалок много, и всем нужно их контролировать. Тогда все это будет, извините, преть под открытым небом. Живем здесь и сейчас. Но основной вопрос то, что на сегодняшний день там две карты. Первая – это свалка, которая до 2006 года, с 1972 года эксплуатировалась. Угу. Вот. Получается, 12 лет вопросом рекультивации этой самой первой карты, свалки, вообще никто не задумывался, не чесался. Вот. На сегодняшний день достаточно уже, ну, все жители поселка выходят вечером с утра, дышат и недовольство проявляется. То есть нет вот этого морозного свежего воздуха. Угу. Зачем, когда... собственно, люди едут в сельскую местность жить-то, воздухом дышать, а там вот тебе на... Когда накрывают вот таким ароматом, и чем там дышим, есть только вот теоретические выкладки. Роспотребнадзор на сегодняшний день даже все элементы свалочного газа определить не может. То есть стандартный набор, там порядка 4 элементов. То есть настолько гремучая смесь, что... Это, конечно, гремучая смесь. Там что только не разлагается. Что есть что. Там такие элементы, которые даже в рамках школьной программы не изучали. Да. Ну, представьте себе, 46 лет со всего города свозили мусор, и он начинает разлагаться. А разлагаться он будет там минимум 400. Ну, на наш век это точно хватит. И какие там цепочки реакции происходят? А предусмотрены, Константин, механизмы какого-то общественного контроля за той работой, которую власти должны проводить вот, по включению Костинского полигона в эту программу федеральную рекультивации, или это как-то вот все за закрытыми дверями и окнами чиновниками будет делаться, и непонятно, хорошо ли они там работают, действительно ли они стремятся в эти сроки уложиться, чтобы свалка была не то что стерта с лица земли. Общественный инспектор экологического контроля, ваша полномочия функция, как инспектора-то есть какие-то? Не, ну понятно, что у вас характер такой, что вы все равно будете там ходить и будоражить эту тему, но все-таки хотелось бы, чтобы какие-то официальные инструменты были контроля. Ну, как раз-таки 42-я статья Конституции дает мне это право. Этим я и буду заниматься в ближайшие годы. Насколько хорошо сработают местные власти и соответствующие органы, это покажет 23-й год. Вот. Угу. Хотя я говорю, что 12 лет последних сменилось 3 губернатора. Вопрос рекультивации свалки вообще никто не поднимал. Угу. То есть позиция такая, что оно где-то там под боком, в лесочке там
не видно, не слышно. Мне кажется, что если бы не эта федеральная реформа мусорная, то еще бы 12 лет никто его не поднимал. Скорее всего. Вот. Ну и сейчас есть мысли по привлечению внимания к данной проблематике. То есть я пытаюсь раскрутить вот эту спираль недовольства среди жителей. Как раз индивидуальные ВС, общие контейнеры, да? Ну, это здесь все вместе. Индивидуальные контейнеры, и общие площадки, и раздельные сборы, и рекультивация. То есть все темы, они переплетаются между собой. Это одна большая мусорная тема, по большому счету. Да. Экологическая. 131 федеральный закон о принципах организации местного самоуправления. То есть здесь как раз такие относятся такие моменты, как участие в организации деятельности по сбору, в том числе раздельному сбору, транспортированию на территории городского округа органами местного самоуправления. То есть это входит в их круг обязанностей? Да, да. Время, к сожалению, наше уже истекло. Нам пора уходить на новости и тематические программы. Константин Пересторонин, общественный инспектор экологического контроля, житель поселка Костино. Ну, все вместе следим, как будет развиваться ситуация. И я думаю, что неоднократно еще встретимся по этому поводу. Всего доброго. Благодарю. Удачи. Всего доброго.